Ми хотіли б запитати, чи є ще залізнодорожні колії в Донецькій, Луганській області, які не перекриті? Ні. Немає. Тобто всі перекриті, які можливі? Значить, перекриті всі. И 5, там 8 всего лишь, 5 из них разрушены. Но сейчас усиленно украинская железная дорога пытается их отремонтировать. Но если они ее отремонтируют, мы там поставим редуты. По поводу железнодорожных веток, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что узел Дебальцево, узел Десиноватый, которые были разрушены перед вступлением наших войск, были восстановлены за счет украинской железной дороги. Тобто на окупованих територіях? Совершенно верно. Совершенно верно. Мы восстанавливаем железнодорожное полотно на оккупированных территориях для того, чтобы поставляли боевики туда боеприпасы, тяжелую технику и личный состав. Это то, что происходит. Друге питання щодо можливого блокування автошляхів. Наскільки це можливо? Яка в цьому плані стратегія штабу? Значит, на сегодняшний день мы наблюдаем, что происходит на автодорогах. Мы не трогаем их, потому что у нас пока нет сил для того, чтобы остановить. Но я думаю, что ко 2 апреля мы закончим эту тему, потому что нам практически уже понятно, что происходит. Вот, нам понятно, кто занимается, кто решает такие вопросы. Вот. То есть там есть так называемые товары, которые идут по этим дозволам, которые мы считаем незаконными, но их представители власти считают законными. И есть товары, которые просто нахальные, контрабандные, которые ни с кем не согласовываются, которые проходят через так называемые логистические центры. Дякую.